Ребята, на Ютубе вышло новенькое обновление. И теперь, как только ты поставишь лайк, он загорится рандомным цветом. Прямо сейчас ставь лайк и пиши в комментариях, какой цвет выпал тебе. Ну а если ты хочешь себе очень много робоксов на аккаунт, то тогда тебе на RBX Camp. На этом сайте самый приятный курс, ведь только здесь можете приобрести за 100 рублей аж целых 300 робоксов. Также в их присутствует своя дискорд-группа, в которой регулярно проводятся различные конкурсы на очень-очень много робоксов. Но если у вас остались вопросы, то вы можете зайти в их ВК-группу. Все ссылочки на RBX Camp будут в закрепленном комментарии. Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Лат, и в сегодняшнем видеоролике я тебе расскажу про секретный ивент Shadow Metal Sonic в Sonic Speed Simulator. Но перед началом этого видосика я бы лично для тебя хотел бы разыграть вот такого вот Summer Sonic'а. Да, здесь написано 0000, но его до сих пор можно купить, поэтому я для тебя хотел бы его разыграть. Чтобы тебе его получить, ты должен поставить лайк. Подписаться на мой канал, написать любой комментарий со своим ником в Дискорде, вступить в мой Дискорд-сервер по ссылочке в описании, и все итоги будут на 2000 лайков. Что же, ребятки, давайте не буду долго тянуть, приступаем к просмотру. И что же, ребятки, вот мы уже находимся в Sonic Speed Simulator, здесь у нас прямо сейчас проводится Metal Madness Event, и никаких пасхалочек на новый ивентик у нас пока что нету, ребята, кроме некоторых сливов, которые в сегодняшнем видеоролике я тебе покажу. Видите, ребята, у нас здесь написано NER Full Power 90% на Metal Sonic, и что бы это могло значить, ведь Metal Sonic, ребята, мы уже получили, но здесь написано, что до сих пор 90%, ребята. В сегодняшнем видеоролике я вам все это объясню, посмотрим с вами новенькие сливочки. А давайте мы прямо сейчас с вами попытаемся побить новый рекорд, ребята. У меня рекорд... я забыл посмотреть, какой у меня рекорд. Ну ладно, ничего страшного. Давайте попробуем пройти этот ивентик. Я тебе прямо сейчас покажу очень быстрый способ, как его очень быстренько пройти, ребята. То есть мы делаем сначала вот такой вот буст. Делаем вот так, смотрите, мы уже его обгоняем, ребята. Вот так прыгаем, максимально пытаемся скоротить путь, ребята. И да, этот ивент, он довольно-таки простенький, я бы сказал, потому что я в первый же день получил вот такой вот Metal Sonic. И как вы можете заметить, я прямо сейчас прохожу эту скоростную гонку просто на изи, ребята. Поэтому, да, видите, мы вот так вот хоп-хоп-хоп. Все очень быстренько проходим, ребята. Очень быстро проходим. Теперь делаем вот так. Прыгаем сюда, ребята. И вы смотрите, прошло всего лишь 30 секунд, а я уже, ребята, почти добежал до самого конца. То есть, видите, да, мы вот так все проходим быстренько. Опа, чуть на шипы не попал, но не попал. И вот здесь нужно сделать вот такой вот буст. Опа, мы попали сюда, отличненько. Да, неужели я сейчас побью рекорд, потому что это будет прям круто. Так, и я справился за 52 секунды, ребята. Это, походу, новый рекорд, потому что 52 секунды, я не помню, чтобы у меня был такой рекорд, ребята. То есть, да, как вы можете заметить, это новая такая дорога, которую я вам, ребята, показал. Я еще не видел, чтобы кто-то из ютуберов такой путь вам показывал. И вот... Да, ребята, новый рекорд, 52 секунды, ребята. Вот как это все у нас получается. Да, я хотел бы попробовать 40 с чем-то секунд. Это возможно, ребята, но очень-очень сложно. Мой друг даже не смог за минуту 20 пройти, ребята. Я вот, видите, за 52 секунды у меня получилось пройти. То есть, да, я тебе только что показал вот такой вот секретный путь. Вот так вот я его быстренько прошел, ребята. Ну, а теперь давай я тебе расскажу про нового Соника. Да, Metal Shadow Sonic, ребята. Именно Shadow. Почему Shadow? Потому что у нас появились сливочки именно с Shadow Sonic'ом. Да, я знаю, все сейчас ждут обновления с Shadow Sonic'ом, потому что это будет прям просто очень крутое обновление, ребята. Ну, да ладно, давайте мы сейчас попытаемся зайти в этот Chemical Plant. И я тебе покажу, что прямо сейчас у нас происходит с Metal Sonic'ом, который у нас стоит на подзарядке, ребята. И давай, давай, заходи, заходи, заходи. Ну же. Да, что-то это у нас Chemical Plant всегда так долго грузит, ребята. Видите? Давай, 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 давай. Вот, все, почти зашло, ребята. Что же, смотрите, вот мы находимся сейчас в Chemical Plant, ребята, и полетели вот сюда. Сейчас я тебе кое-что покажу быстренько, смотри. Если мы вот так сюда пройдем, вот так, сюда, вот так делаем. И прямиком вот сюда. Мы не попали, супер. Хорошо, ничего страшного, давайте еще раз. Мы вот сюда вот так, отлично. И нам нужно прямиком вот сюда. Смотрите, мы вот сюда падаем. Я эту дорогу уже показывал вам 1000 раз. Кто не видел, можете вот еще раз посмотреть. Делаем вот такой вот рывок. И мы оказываемся нигде, потому что мы не долетели, ребята. Очень странно, почему оно не сработало. Обычно оно всегда так у нас получается. Мы взлетаем. Давайте еще раз попробуем. Вот. О, уже лучше, ребята. И мы оказываемся на вот этой вот платформе. Так, теперь мы вот это все быстренько вот так проходим, вот так.
Хоп-хоп-хоп, мы не попали, конечно же. Это у нас неудивительно. Мы падаем сюда. И мы не попадаем, ребята. Да, у меня немножко не получилось только что попасть. Давайте еще раз мы сюда вот так. Мы сюда так. И взлетаем. Так, мы взлетели, ребята. И давайте посмотрим, что у нас здесь такое есть. Надеюсь, я сейчас доеду себе спокойненько. Вот, отличненько. И вот, ребята, мы находимся уже вот здесь потихонечку. Осторожно, осторожно, потому что здесь очень легко упасть, ребята. Здесь у нас вроде как есть бортики, но они как бы не работают, я бы сказал бы. И вот, ребята, мы находимся здесь. Смотрите, как выглядит вот это вот full power, ребята, написано. Смотрите, все линии просто красные. И вот, как сейчас выглядит этот Metal Sonic. Вот, видите, он какой-то... Я бы сказал, он какой-то другой, потому что, ну... Не, может, мне это просто кажется, ребята, потому что с этим красным свечением... Смотрите, какой он, ребята... Ну, не, вообще, в принципе, выглядит, ребята, очень эпично вот этот Metal Sonic, и, возможно, у нас он превратится в Shadow Metal Sonic, ребята. Вы у меня спросите, что за Shadow Metal Sonic, ребята? Давайте я тебе покажу сливы, ребята. Вот смотри, первые сливочки-то у нас вот такие вот волосы Shadow Sonic'а. Самый обыкновенный сливчик, ребята. И вот такие вот, возможно, волосы у нас будут в следующем обновлении. Ну, то есть, это у нас такие сливы начали появляться, и это означает то, что в следующем обновлении у нас появится Shadow Metal Sonic, ребята. Либо же просто Shadow Sonic, потому что у нас здесь есть вот такая вот зарядочка, и выглядит оно все довольно-таки круто. Следующий слив, ребята, это у нас текстура Shadow Sonic. То есть, да, разработчики уже хотят добавить Shadow Sonic в игру, но что-то у них либо не получается, либо, я не знаю почему, они его никак не добавятся, ребята, в игру. То есть, да, есть у нас сливы, ребята, есть у нас все намеки на Shadow Sonic, которые у нас появятся уже... Вот, ребята, буквально скоро. Ну что же, на этом мы будем уже потихонечку заканчивать. Спасибо тебе огромное, что смотрел видосик от начала и до самого конца. С тобой был я, Влад. И я желаю тебе хорошего настроения. Удачки, пока.